сейчас слушаем. Клапан заработал. Поднялся, все, и он обратно опустился. Все, да. Если бы сейчас клапан был бы закручен, они бы так вверху бы и были. Соответственно, вес всего гиганта дополнительно ложится на диски. То есть, когда он плохо закругляется. Когда тяжелая почва. Когда почва тяжелая. Включать надо его. Ну, катки, скажем так, свободное падение. Он же тот клапан надо. И скажи, позиционно должен работать. Работа агрегата всегда в позиционном регулировании, то есть никакого плавающего. Опустили, подержали, клапан сработал, как мы сейчас видели эту ситуацию. И он на место встал. И в секцию в нейтраль масло заперлось. Да? Да. Да. А этот клапан, он просто в этих цилиндрах из одной полосы перепустил в другую, и все. То есть как раз давление выровнял. Вот и он вчера был. Да, легкая почва, это все хорошо, когда диски поднимаются. Вот эти почвы твердые, диски не лезут, они не поднимаются, не поднимаются. И катки также, он все, не поднимаются.